проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 141. Если ребенку возраст до году, то соблюдается ли для него пост в среду и пятницу? Если можно молочно-грудным детям, то до какого возраста? Ответ Игнатия Лапкина. Канонов на это нет, но есть описание того, как было раньше. Это можем узнать из Библии. Премудрость Соломона, 1 глава, 1 стих. «И я человек смертный, подобный всем, потомок первозданного земнородного. И я в утробе матер не образовался в плоть в десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном. И я, родившись, начал дышать общим воздухом и не спал на ту же землю. Первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми, вскормлен в пеленах и заботах, ибо ни один царь не имел иного начала рождения, один для всех вход в жизнь и одинаковый исход». 2 Маковейская, 7 глава, 27 стих. «Наклонившись же к нему и посмеиваясь жестокому мучителю, она так говорила на отечественном языке: „Сын, сжалься надо мной, которая 9 месяцев носила тебя в чреве, 3 года питала тебя молоком, вскормила и вырастила, и воспитала тебя“». В житиях святых описывается, что малые дети постились и не хотели питаться грудью матери в среду и пятницу. Но этот феномен и остается как чудо. Нас в семье было 10 ребятишек, и как только мама отсаживала от груди, то уже все посты соблюдали. Грудью дольше года, пожалуй, никого и не кормили, и все выросли. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.